дедушка Якупов Маргаметдин Якупович. Родом из Елишевского района. С 1941 по 1945 годы мой дедушка был на войне, служил на фронте. И во время войны он прошел до Берлина. Затем он отправился в Восточный фронт на Японскую войну. Вернулся домой в 1947 году. Мой прадедушка был награжден орденами и медалями за боевые заслуги. Мы помним и гордимся нашим прадедушкой.